Привет, Лара. Привет, Зип.
что эти пули не срикошетят от той хреновины и не прервут мою короткую, но многообещающую жизнь. Разрывные пули, Алистер. Они, по сути, попадают прямо в пол. Я ведь обещала, что предыдущий инцидент не повторится. Твой энтузиазм воистину вдохновляет меня, Лара. Не иронизируй, Алистер. Это нечестно. Ты же не будешь выходить наружу? Нет, пока внутри еще так много интересных темных местечек. Я попросил Уинстона приделать для тебя ручку, но он даже не удостоил меня ответом. Кажется, он подумал, что это был риторический вопрос. Над водой две сестры поворачиваются спиной друг к другу, оставляя обходные пути незащищенными. Прелестно. Во дворце знаний лазурные, топазовые, зеленые и гранатовые тома по очереди откроют свои тайны. Великолепно.
Над очагом появится лик, и если к нему быстро прикоснуться, управляющий восстанет. Очень весело. Афина повернется лицом к солнцу, и золотой лавр засияет в его лучах.